Вот это прикольно, так это выдра. Или писец. Хрен знает. О, черт, белки гнутся. Короче, хабитат какой-то. Чистая вода у него. Фонтан. Прикольно. Чтоб не выбежал. Стекло. Это стекло. Вот и жирафы вдалеке. Но они какие-то молодые, потому что я думал, что они больше. Идет прям ко мне. Думаешь, что я держу в руке именно покормить его? Кормушка вон там сверху, слева ест. Забор деревянный. Песок, камни. Что там дальше? Clear my red panda forest. Ох ты, панда. Но вход красивый. Вот. Отсюда. Вот такой вход. Вот тут птички. Вообще классно. Вот он летает. Да, надо опустить. Мало места летать. Чуть тут царки снизу. Что-то не похоже это. Дрыхнут. Это тот, который на плакате был. Не знаю, как он. Бронированная. Толстая. Это, ну, смотрите, там убирает, он ездит на такой тучонке. Да что я панды здесь не увидел. Аквариум. Вот это круто. Офигеть, черепахи. Главное, глаза красные, а сама белая. Куришь? Походу, да, здесь зелени много. Полностью красный. Камушки внизу. Это фонтанчик сверху. Да, вот такой бы дома. Летучие мыши. И вот такие вот.
А вот летучие мыши висят и едят. Это кабак, походу. И банан. А эти камни грызут. Волфс. Здесь должны быть волки. А, Wonders. Они зря стекло поставили. Что-то подозрительно смотрит на меня. Ой, белка сзади. Белки пролазят. О, еще один. Белка пошла крыть у них еду. Лиса маленькая, может, не лиса. Большими ушами. Она ест вот таких вот. Маленький. Боюсь. Let's go see the otter above it. Do you see the monkey that goes? Лев. Львица. Львенок. Лемуры кипишуют. Лемуры. Вот такие. Спят на дереве. Какой-то хоботон, хоботонос. А это муравьед. Он ест. Look at that nose.
Какое-то непонятное животное. Отдыхает. В дикой природе его захавали сразу. Хотя у него когти есть. Бедняга, наверное, подходит каждый. Будет. Нюхает, нюхает. Это суматры, орангутанги. Здесь обитают. Шимпанзе были под клеткой, вот там видно. А это не кипишные. Вон, вдалеке коричневая. Это их не макеты. Ух ты, зебры. Там дальше зебры. О, висит орангутанг. Просто висит. Охренеть, дерево. Еще какой-то акробат. Прикольно здесь. Все условия. О, еще там. Ладно, посмотрим зебр. Они смылись в свой гараж. А вот. Ну, и это курица большая. Попугаи зеленые большие. Такие пташки. Еще это что-то здесь. Странные звуки. Вот это сова. Она серая. Видно, видно. Походу спит. Сова. Не хочет. Такой. Он повернись. Повернись, уже жалко. Так, так. О, спрятал. Прячет. Я ж поднимаюсь. Клювы массивные. Очень массивные. Что-то морет.
Мне здесь ночью очень интересно, если пройтись. Потому что именно звуки слышишь такие, как это же с Африки, вот с Азии, вот на карте. Это где-то Южный Китай, Индонезия, туда. Эти пташки. А это они так делают. Этот. Вот этот чувак. Вот он. Гиперактивный. Прыгает. Подумал, конопля здесь. Похоже. Такие скамейки. Кэмп. Зарезервировано. Короче, эта птица держит мышку в клюве. Не знаю, видно или нет. Вот здесь коробка из-под бананов. И там мыши. Я так думаю. Вот отсюда не видно. Ну, мышь уже откинулась. Ну, с таким клювом. У него клюв очень массивный такой. Какой-то молоток вот на башке. Дать какая-то старая птица. Почесалась. Да-да. Что-то там орёт. Здесь, наверное, какие-то растения или бабочки. Что я видел на объявлении. Не кактусы. Это плент. Мне не очень хочется смотреть. Совы маленькие там в углу сова. Вот такая. Птички. А белки повсюду здесь. Залезают и воруют еду. Вот это... дождевая Rainbow радуга Иллюзка. Короче, смея такая, как радуга. Массивная. Капец просто. Так, это у нас червяк. Червяк. А вот он червяк. Вот он начинается, и вот он заканчивается. И вот там дальше есть. Тоже пуэрториканская змеюка. Это водяная. Там здесь. Это лягушка. Тоже лягушка. О, poison. Ядовитая. Ну, это то же самое, что мы смотрели. Только это зеленый окрас имеет. Такие маленькие, блин. Пауки. Ну, нафиг. Папуа, Новая Гвинея, Гвинея.
тоже немного ядовитые. Такие. Их надо искать. Я себе какой длинный коридор. Это Хэллоуин Мун Краб. О, это краб. В песке. Вон там в конце видно. Игуана. Китайский крокодил. Че, китайский крокодил? Тоже змея. Питон. Зеленый питон. Почему это здесь лягушка? Коричневая, темно-коричневая. Еще одна, а вот. А, так он ест их. И ленивый съели по частям. Почему я здесь не вижу? А, вон он. Странно, они сидят тихо, спокойно. Вон три лягушки. И он сидит тоже спокойно. Может, он же захавал кого-то? Или они его тусовали сюда? Наверх. Очень непонятно. А, если здесь лягушки, значит, они не могут существовать. Черепаха. И... что-то такое. Ползучее. Очень понятно. Тоже как-то. Леглес. Походишь. Это можно купить. На память Сакраменто Зоо. Черепашка. Это классное настроение. Поднимаю сразу. Масенькая камушка. Там еще одна. Здесь что-то крупное должно быть. И черепаха внизу. Что для нее все это? Я офигею, какой туннель здесь. Джила монстр. Это вот... так... Нью-Мексико, штат. Там Южная Калифорния рядом. Мы пошли. Джила монстр. Южная Юта. Нет. Так. Короче, там нашли. Тоже змея. И там с улицы, думаю, это туалет. Захожу, здесь рептилия. Щит. Вот без хвоста. Здесь написано, что... о, это с Фиджи. Игуана. Звук специально дает такой. Змея. Мадагаскарская боа. И боа. Спит.
Вода есть у нее. И там пишется, что не нужно стучать по окну, чтобы ее не пугать. Она ведь тоже человек. Так, это у нас аризонский скорпион. А вон она в конце. Аризона здесь недалеко, в принципе. Соседний штат. Вон там вдалеке. Так. Опять Мадагаскар. Вот прилипли. Короче, огни такие по потолку этому куда-то что летает. Это насекомые. Вот какой-то стручок. А, не, вот это специально. Его еда. Вот он в ветке сидит. Хамелеон. Вот хамелеон. Сейчас он какой-то серый. Это вокруг зеленое. Наверное, когда испугается, меняет цвет. Ой, ёпта. Прям. Вот. Что-то непонятно. Тоже мадагаскарский. Лизард. Аплорус куэрин. Смахивает на крокодила. Так, со стороны. Почему прилипший? Дышит. Капец. Голден Монтео. Найти бы тебя. Голден золотая, значит. Не видно. Опять минут. Видать, стекло холодное. Оно и гладкое, прикольно. Не смотреть. Обзор хороший. О, черепахи. Что, они с ним здесь обитают? Еду поставили, типа пиццы. Там, там. Каждому. Чтоб не дрались. Спячка сейчас. Такой снейк. Змея. А это крокодил. Маленький. Вообще прикольно здесь. Тихо, спокойно. Никого нет. Застыл прям. Надо думать о чем-то. Но глаза не закрывает. То есть не смачивается оболочка. Интересно, сколько он так будет стоять? Может стоять долго, но вот не моргнет ни разу. О. Как будто в какую-то компьютерную игру попадаешь, когда под джунглями. Вообще классно.
Это натуральника. А нет, это глина какая-то. Уж так замазано. Так и стоит. Если я здесь подойду. Крокодил. А так, мексиканский красный тарантула. Ва-ха-ха, вон он. Ненавижу пауков. Вот там под этой крягой. Тоже снейк, змея, вот она спит. Прикол, если кто-то сбежит. О. Фрог, лягушки. Маленькие, но они ядовитые. У них окрас желтый. Это первый признак, что их нельзя трогать, что бойтесь нас, они ядовитые. Вот эти, если не ошибаюсь, а нет, вот, Vulnerable, это ядовитые, да, но они critical endangered, то есть не самые, они такие, ну почти на среднем уровне, в Южной Африке, тьфу, Южной Африке, Южной Америке, это обитают где черные. Короче, расскажу прикол. Иду я, короче, сейчас вот так. Думаю, о, окошко посмотреть, тигра. Поворачиваюсь, наверху там тигр. Или рысь, непонятно. Меня аж передернуло. Это, оказывается, просто макет. Когда так идешь, из-за угла тебе вот такая штука, что он лежит. Человек-то стремноват. Ах, индийский какой-то. Идет прямо на меня. Мне как-то стремновато. Бамбук. Деревья, чтобы он грыз и царапал. Нора. Здесь решетка конкретная. Ну, вообще-то он туда может выбраться. Там наверху, как крыша, нету решетки. Может позлить его. Возвращается обратно. Он видит меня, как я держу, прям смотрит. Это антилопа.
маленькие рожки. Хавает что-то. Городской зоопарк, утки. Едят. Маленький фонтанчик там. Специально, чтобы они купались. Вот здесь большие. Я ее второй раз уже вижу. Здесь одна, походу, она летает. А вот фламинго. Шимпанзе. Вот где он обитает. Вот где наверху сидит. Сидим, не жарко. Пташки. Кокабура. Это в Австралии. Восточная и Западная Австралия. Где черным отмечено. О, это австралийское все. Здесь должно быть кенгуру. Да, точно, вон они. Это эму, точно. Я читал про них. Вон, да, вдалеке. Воссоздан ландшафт австралийский. А вот и кенгуру. Это молодой. Или все спят, остальные, или здесь только один. О, надо сюда зайти. Lions Garden. Так, здесь я был. Настоящий. Это ягуар. Кейси, Кейси, Кейси. Кейси. Какой он трой. Ну, прикольный. Сейчас где-то дырку там найдет, выйдет сзади меня. В Лиану спать. Щет. Такое ощущение, куда он сейчас вылезет отсюда где-то. Особенно этот макет меня смущает.
попугаи.